Друзья, всем привет! Мы собрались на рыбалочку. Вот такая у нас компания. Саня, Максим, Серега. А другой Серега пошел за мясом. Сейчас покупаем вот мяска. Сделаем шашлычок под коньячок. Половим рыбки. Самое интересное покажем вам. Друзья, мы нашли местечко. Местечко красивое, конечно. Вот такой вот пляжик у нас, щебеночки. Максим как уже бегает, купается. Вот наша команда. Комары тоже присутствуют, ребята. Да. Но дровишки есть. Вон, я смотрю, там дровишки, там есть дровишки. Вот такая красота, ребят. Вот такая лепота. Обалдеть. Шикарно. На 25-х аншлаг. Серега, ты бы видел, сколько людей на 25-х. Короче, раз палатка, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять палаток, Серега. И вот так, ребята, рыбаки отдыхают. Вот такая красота у нас. Красота. Вон там вот костерочек. А тут мясо, дым. Блядь, без света, как мертвое. Ну. Пиздец. Не, серьезно, ни красноты, ничего, ну. Обесвечены. Красота, ребят. Одиннадцать часов ночи, да? Лещ. О, а что он так на меня смотрит? Перегар? Серега взял первого лещика. Ух ты! Да. Ух ты! Хорошо, что не проебали еще. Это было бы вообще обидно. Не, он клюнул капитально. Хорошо, хорошо.
И что у тебя, Серега, тут? Клубника? У меня клубника и медовая смесь желтая. Так, тут получается клубника с медом. Да что ж такое? Клубника с медом. А это все Серегина аджика. Теща моя. Да, работает клубника с медом. Не, Серега, надо чуть-чуть смочить, наверное. Хорошо так. Да, подлецы. Что, хочешь сказать, что что-то хорошее? Ничего себе. Чей колокольчик? Мой? Не-не-не. Дальше. Ага. Вот это уже плотвичка получше, да. Да, да. Хороший. Хороший идет. Давай, возьму садок. Давай, будешь подсачить, давай. Опа. Сюда. Нет, нет, туда. К воде подойди. Да. Нет, Максимушка. Отойди, Максимка, не надо. Все, 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 отойди, отойди. Шамик! Шамик! Да. Шамик! Вот это уже отойди, да. Отойди, Максим, отойди, оставь ее. И поклевочка была такая Шамик! Хорошая. Лещик, Шамик! Лещик, Алексей. Лещик большой. Да. Это уже вторая поклевочка. Сейчас покажу. У рыбы есть хвостик. Есть. Вот, и вот это... Есть вот этот, плывет быстро, хвостики, вот, покормку сунешь, и вот рыба. Ой. О, вот это уже Алексеич, хорошенький.
И настроение еще улучшилось. Таких, да, десяточек и... Вот такие грибочки здесь. А! Да. Вот такие ланцухи. Свинушки, наверное. Да. И вот полно. Да, это свиное ухо. Вот еще одно. Вот такая, ребят, красота. Вот еще одна. Обалдеть. Свинушки. Вот такой, ребята. Уже второй корпусик. Совсем мелкий малышарик. Ай, красиво пошел. Класс. Друзья, время обед. Клев как-то совсем перестал. Потихонечку. Жара сумасшедшая. И иногда что-то проклевывается. О, в траву зашел. Вытянул. Опять в траву зашел. Что-то тащим. Ничего себе, оно еще даже... Ничего себе. Вот что это, ребят. С 50 метров. Окуняра. И там, видать, он не один. Там их много. Атас сожрал конкретно. Так, друзья. Червя сжирает нещадно. Решили перезаброситься на опарыш. Бросали эхолот. Рыба есть, но брать не хочет. Сейчас посмотрим, что мы возьмем на опарыш. Что-то идет. Да. Опарыш. Это жесть, ребята, это просто жесть. Это вообще, блин, ни в какие рамки. Да. Вот это подлещик. Так, ладно, пускаем его. Вот это крупняк. Да. Вот так, ребята, мы собираемся до дому, до хаты. Так рано мы еще никогда не уезжали. Вообще-то уезжали. 2 часа дня. Клево вообще ноль. Собираемся до дому. Серега взял рыбку. Все по чуть-чуть взяли. По чуть-чуть. Да, у Сереги там красота. У нас, я не знаю, сколько, двушечка должна быть. Двушечка должна быть. Мусора набило. Обалдеть. Да. Вот такая, ребята, красота у нас. Ну, чуть-чуть рыбки взяли. И на том вперед.
Да, двушечка с чем-то должна быть. Вот такая вот у нас прекрасная. Стоять. Рыбалочка получилась. Жара все спортила. Все, друзья, подписывайтесь на канал. Рыбакам не хвоста, ни чешуи. Встретимся на рыбалке.